27 августа, 17 год. Улица Героев Труда. Частично перекрыто, соревнования по триатлону. Проходят в Харькове. Уже начался заплыв. Короче, тесненько. Давайте, Харьков, поддерживаем участников. Один из самых масштабных стартов в Украине сегодня в Харькове. АРБ. 1931 плавание. 90 километров бело и 21 километр сильно. Все это полужелезная дистанция в городе Харьков. Позади 16 минут первого этапа. Давай, Дима, давай! Не забываем, друзья, поддерживать спортсменов. Очень нужна ваша поддержка сегодня, Харьков. Давайте, давайте, пошли. Молодцы, молодцы. Thank you.
Да, это, конечно, впечатляет. Километр 930 метров. Основная часть спортсменов стартовала на второй этап. И все лидеры гонки уже прошли 50% второго этапа. Поэтому совсем скоро мы будем ждать лидеров плавательного этапа, которые будут переходить в транзитную зону и, как следствие, уходить на велоэтап. Поэтому будет интересно, динамично сегодня, невероятно, несмотря на то, что это длинный триатлонный старт. Поэтому давайте поддерживать участников. Им нелегко сегодня, им тяжело, будем честны, но железный путь Iron Way тяжело. Того стоит. Да 90% людей умерло бы, блин, на первом часе соревнования. Давайте напомним болельщикам. Iron Way — это что, второй и третий этап вы можете посмотреть. Iron Way — железный путь. Уже по адресу Сокольники 6, лесопарк, где находится лыжная база педагогического университета, где мы увидим, конечно же, финиш сегодняшнего Iron Way, где-то ближе к 2 часам дня. Может быть, даже немножко раньше. Поэтому всех спортсменов, всех болельщиков мы приглашаем в 15 минут на награждение абсолютной категории и эстафет на лыжную базу педагогического университета по адресу Сокольники 6.